Если вы не спортсмен, а медаль на грудь повесить непременно хочется, то у вас есть шанс. Нужно всего лишь сделать что-нибудь очень полезное для Чебоксар. В недалеком будущем медали будут вручать в качестве признания заслуг перед городом. Конкурс на эскиз награды уже объявили. Требование следующее. Медаль должна быть оригинальной и непременно с надписью «За заслуги перед городом Чебоксары». Кроме того, символика медали должна носить наградной и почетный характер. Так указано на портале правительства. Кстати, определенные требования предъявляются и к тому, как должен быть оформлен сам эскиз. Это плотная бумага формата А4, материалы гуашь, акварель, либо компьютерная графика. Отразить нужно и лицевую, и оборотную сторону медали. Заявки на участие в конкурсе принимают до 14 февраля. Победителя, кроме славы и почета, ждет денежная премия в размере 15 тысяч рублей. Ну а что же такого нужно совершить, чтобы получить медаль, пока нигде не указывается.